Здравствуйте, дорогие зрители! Я вас приветствую на телеканале «Русский мир». Сейчас вы смотрите программу «Музеемания». Меня зовут Елена Павловна Демьянова. Я научный сотрудник Дарвиновского музея. Сегодня я вам расскажу историю нашего музея и самые завораживающие легенды о наших экспонатах. Итак, я приглашаю вас в музей. Биологических музеев, посвященных эволюции, не так много в мире. В России подобный музей единственный. Это Государственный Дарвиновский музей. Основателем и первым директором нашего музея был доктор биологических наук, профессор, музеолог Александр Федорович Коц. Александр Федорович пришел в биологию в ту пору, когда эволюционные учения Чарльза Дарвина и его работа «Происхождение видов» приобрели в России широкую известность. И вот приверженность Александра Федоровича к дарвинизму и навела его на мысль о создании в России музея эволюции. А помогала ему создавать музей его жена, ученый, биолог, зоопсихолог с мировым именем Надежда Николаевна Ладыгина-Коц. Мы всегда с гордостью говорим, что Дарвиновский музей замешан на любви мужчины и женщины. Датой основания нашего музея принято считать 1907 год. Эти чучелы птиц самые ранние в Дарвиновском музее. Они сделаны в 1899 году. В то время Александр Федорович был еще гимназистом. В 1901 году Александр Федорович поступает на естественное отделение физико-математического факультета Московского императорского университета. После окончания университета Александр Федорович был зачислен в преподавательский состав московских высших женских курсов. Он читает слушательницам анатомию животных, позднее дарвинизм. И в 1907 году он перевозит свою зоологическую коллекцию из тесной квартиры в зоологическую лабораторию МВЖК, Московские высшие женские курсы. И именно этот год, 1907 год, мы считаем датой основания Дарвиновского музея. В 1911 году состоялась свадьба Александра Федоровича Коца и слушательницы московских высших женских курсов Надежды Николаевны Ладыгиной. Староста биологического кружка, прилежная, увлеченная и зоологией, и психиатрией, Надежда Николаевна Ладыгина-Коц станет впоследствии зоопсихологом с мировым именем. В 1912 году у новоиспеченного Дарвиновского музея появляется свой собственный мастер-таксидермист Филипп Евтихович Федулов. Новый музей, по мнению Александра Федоровича Коца, требовал нового оформления, поэтому было решено наряду с подлинными естественно-научными экспонатами использовать живопись и скульптуру. И в 1908 году уже в фондах Дарвиновского музея появляется первый рисунок. Сделан он был выдающимся художником-анималистом Василием Алексеевичем Ватагиным. Таким образом, я вам рассказала о той четверке, которая основала Дарвиновский музей. Это Александр Федорович Коц, директор музея, Надежда Николаевна Ладыгина, Коц, научный сотрудник Дарвиновского музея, Василий Алексеевич Ватагин, художник-анималист, и Филипп Евтихович Федулов, мастер-таксидермист Дарвиновского музея. А сейчас я вас приглашаю в центральный зал нашего музея. Самые крупные чучела нашего музея – слоны. Индийские и африканские. Сделаны слоны старым таксидермическим методом, называется накруткой. Технология очень интересна. Сначала художник-анималист рисует на стене силуэт слона в полный рост. Затем плотник делает подставку под чучело. Позже Филипп Федулов, зажав в руках огромные тиски, начинает ими гнуть железный прут, либо водопроводную трубу, примерно толщиной в 2 пальца. Это он мастерит основу для ног. Далее из толстой металлической проволоки делаются ребра слона. Но вряд ли вы на металлический скелет сразу натянете шкуру. Надо воссоздать мышцы животного. И вот что было придумано. Чтобы воссоздать мышцы животного, была использована солома.
Ее накручивали на металлический скелет, почему и метод называется накрутки. А уже затем моделировали шкуру на чучеле. Череп сделан из папье-маше, бивни деревянные, хобот это тоже солома, обмазанная тонким слоем глины. Наши слоны были весьма интересными персонажами при жизни. Ну, например, африканский слон был любимым слоном последнего русского императора Николая II и жил в царском селе. Индийская слониха при жизни носила имя Джиндау, что в переводе означает «прекрасная женщина». Она была церемониальным слоном Бухарского эмирата. Но затем Бухарского эмира свергли, и церемониальные слоны стали никому не нужны, многие погибли, а вот Джиндау уцелела. И в 1924 году ее решили подарить Московскому зоопарку. В 1924 году июльской ночью слониха прибывает в Москву. И сама с вокзала при помощи провожатого идет пешком в Московский зоопарк. 13 лет она радовала москвичей своим присутствием в зоопарке, умерла в возрасте 54 лет, и в 1937 году Филипп Евтихиевич Федулов подарил еще одного слона Дарвиновскому музею. А сейчас мы с вами находимся у витрины, где представлены необычно окрашенные звери и птицы. Ведь в разное время в разных уголках России любители-коллекционеры просеивали огромный материал, имея дело с миллионными числами животных. Они искали особи редкостных расцветок. Для Александра Федоровича Коца животные нестандартной окраски тоже было настоящей драгоценностью. Он по крупицам собирал коллекцию оперативных тетеревинных птиц и коллекцию оперативных млекопитающих. Два волка положили начало коллекции оперативных млекопитающих. Черный волк и белый волк. А история их такова. В 1911 году состоялась свадьба Александра Федоровича Коца и Надежды Николаевны Ладыгиной Коц. Родители собрали небольшую сумму для того, чтобы молодые купили себе мебель в новую квартиру. Деньги пришлись очень кстати. Молодые купили шкуры черного волка и белого волка. В результате два превосходных экспоната в Дарвиновском музее и полупустые комнаты у молодоженов. Еще один пример непрактичности семьи Коцов. Пример этот – чучело белой белки. Появилась в музее она так. Однажды Александр Федорович Коц возвращался домой с работы. Был летний вечер, он стучал с тросточкой по булыжной мостовой, и вдруг в полуоткрытом, полуподвальном окне он видит чучело белой белки. Он сразу понимает, что перед ним драгоценность. Он нашел хозяйку белой белки и стал предлагать сумму денег, но женщина отказалась продавать. Чтобы заполучить желаемый экспонат в музее, Александр Федорович пошел на хитрость. Он предложил обмен, сам не понимая, чего же потребует женщина взамен, а она попросила всего лишь навсего самовар. Ну, Александр Федорович рванул домой, вылил закипающую воду из самовара, и через 5 минут уже самовар стоял перед изумленной женщиной, ну, а белка перекочевала к счастливому директору Дарвиновского музея. Вот каким образом порой экспонаты попадали в наш музей. Перед вами один из интереснейших экспонатов Дарвиновского музея – шимпанзе Йони. В 1920-30-х годах его портреты облетели всю Европу и Америку, но на самом деле история его началась гораздо раньше. В
1913 году Александр Федорович пришел проводить лекции на московские высшие женские курсы и от своего товарища-зоолога узнал о молодом шимпанзе, привезенном из Гамбурга. Уже вечером семья Котцев, а вместе с ним и препаратор Филипп Евтихиевич Федолов, рванули на смотрины маленького африканца. Было решено поместить Йони на квартире у Котцев. Надежду Николаевну Йони вскоре полюбил, предоставив ему относительную свободу действий, внушив доверие, она получила уникальную возможность изучать естественное поведение обезьяны в процессе его развития. Надежда Николаевна вела очень подробные дневники, где записывала поведение в процессе его развития, да, обезьяны. Сейчас публикуют очень много литературы об экспериментах с обезьянами, в частности, по их общению с человеком. Но нужно сказать, что это не новая тема в трудах приматологов или психологов. Уже в 1913 году русский ученый Надежда Николаевна Ладыгина поднимала эти аспекты. Ну а в сравнении человека и обезьяны она вообще была новатором. Как же это случилось? В 1925 году у Надежды Николаевны и Александра Федоровича родился первенец. И вот так к трехлетним экспериментам с шимпанзе добавились еще 4 года наблюдений за собственным сыном Рудольфом. Вот вы видите его фотографии. Наблюдения составили 1000 страниц текстов и колоссальное количество фотографий. В результате Надежда Николаевна сделала очень тонкий, очень тщательный анализ развития психики дитя-человека и показала ее качественное отличие от психики высшей обезьян. В 1935 году выходит в свет труд Надежды Николаевны Ладыгиной «Дитя человека и дитя шимпанзе в их эмоциях, играх, привычках». Этот труд стал классикой. Имя Надежды Николаевны упоминается практически во всех исследованиях, посвященных приматам или человеческой психике. Ее выводы вошли практически во все учебники по зоопсихологии, по сравнительной психологии, по антропологии. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша экскурсия подошла к концу. Это была лишь маленькая часть большого интересного, что можно увидеть в нашем музее. Приходите в Дарвиновский музей и до встречи в программе «Музея Мания» на телеканале «Русский мир».